Веселые истории, которые могли приключиться с каждым. Жизнь, как она есть. Надо Барсику медальку дать. Ну так дайте. Это же кошка. Ну и что? А у нас собачья выставка. Да какая разница? Правильно. Правильно. Если положить руку на сердце, честно, то между кошкой и собакой не такая уж большая разница. Невероятная плеяда выдающихся артистов. Леонид Куравлев, Валентина Талызина, Савелий Крамаров, Наталья Селезнева, Владимир Этуш и Вячеслав Тихонов. Все-таки где-то я вас видел. Может быть, в этой, как ее, где книг много? В бухгалтерии! Да нет, в читальном зале, ну. Да нет, это исключено. Киноальманах «По улицам комод водили». Непридуманные мини-истории о жизни самых простых людей. 5 июля в 22:00 на телеканале «Самара ГИС».